Всем привет! Вы на канале интернет-магазина Lampa.ua. Меня зовут Андрей. А темой данного обзора будет светильник из коллекции Kendo от производителя Новодворский. Это коллекция потолочных светильников. Все они квадратной формы. Предлагаются они в двух цветах. Есть вот такой стальной, а еще коричневый. И размеры могут быть 30 см, 40 см. И только в таком стальном цвете предлагается самый маленький, размером 20 на 20 сантиметров. Это стальной лист металла, модель у меня размером 30 сантиметров. Рассеиватель здесь из матового стекла, светильник этот на 2 лампы, патрон Е27 из термостойкой пластмассы, а максимально допустимая мощность потребления лампы 60 Вт. Лампочек в комплекте не будет, они приобретаются отдельно. Я использовал LED-лампы потреблением 8 Вт, которые выдают около 60 Вт каждая. Можем его включить. Плафон, матовый плафон, он приглушает поток света, яркость немного теряется. Поэтому, если вам нужно осветить помещение площадью 6-8 квадратных метров, то лучше сразу использовать LED-лампы потреблением больше 10 Вт, так, чтобы каждая выдавала не меньше 100 Вт. В таком случае освещение будет хорошее. Крепится светильник плотно к потолку вот этой частью. Вот так она, в таком положении он будет. Размер этого квадрата будут 23 на 23 сантиметра. Это монтажное отверстие его. Для того, чтобы заменить лампочки в светильнике, нужно открутить два боковых винта. Давайте это сделаем. Вот так, нижняя часть светильника снимается. И вот сами лампочки, такое их расположение. Места тут более чем достаточно для большой мощной лампы. Вот. На этом у меня все. Кому понравилась данная модель, переходите по ссылке в описании. Приятных покупок. С вами был Андрей, интернет-магазин Lampa.ua. Всем пока.